Два подростка, вооруженные ножами, топором и бейсбольной битой, напали на семью в Новосибирске. Они серьезно ранили хозяйку квартиры, пенсионерку и 11-летнего ребенка. Налетчицу, которая взяла в заложники мальчика, обезвредили соседи. Ее сообщника позже задержали полицейские. Пожалуйста, отпустите меня, прошу вас. Пожалуйста, я ничего не брала, я правду говорю. Я ничего не брала. Здесь все мои вещи. Что с бабушкой сделали? Он — это 16-летний студент одного из новосибирских колледжей, который, по словам подруги, спланировал ограбление. Однако планы налетчиков спутала хозяйка квартиры. Женщина пришла домой раньше обычного. Подросток набросился на нее с топором прямо на лестничной клетке. Крики услышал сосед. С ружьем наперевес он пришел на выручку, спугнув налетчиков. Задержали их спустя пару часов. У следователей есть версия о том, что в организации налета участвовала 13-летняя дочь потерпевших, которой родители якобы запретили встречаться со студентом-разбойником. Все пострадавшие с тяжелыми травмами госпитализированы. Несовершеннолетним бандитам в ближайшее время изберут меру пресечения.